перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я эфир в норме. Ну будет разгоняться это или нет? Эй, удивит нас это или будет этипично? Начинаю заскакивать на бит как птичка. Эй, начинаю петь как птица. Кэймен, это тебе не снится. Йо, это реально полнолуние. Понимаешь, о чем я говорю? Я это реально полнолуние. Чувствую себя, будто я в клубе. Чувствую себя, как будто я чуть не умер. На самом деле все ровно, мы продолжаем это делать все четко. Эй, парень, я в прямом эфире. Думал, я пью пиво? Нет, неправильный ответ. Продолжаем дальше делать трэп. Дай мне пару сердец. Дай мне пару сердец. Я думал, ты такое классическое или как? Ну такое, биток. Это копитом, вроде бы такая, ну классно, эй. Но звучит и достаточно опасно, эй. Воу-воу-воу. Так, эй. Ладно, он был прикольный. Респект. Мы попробовали. Мы попробовали. Мы хотели, типа, смогли и попробовали. Бля, до этого на тайп-битах вообще полеты были. На самом деле, если бы вы сели вот сюда ближе, было бы круче. Это же у нас целая передача. Целая передача, слышишь? Так, слушай, сейчас следующий какой-то бит. Бить. Тут с нами Благой Благо, и мы тусуемся, слушаем ваши биты. Да, короче, скидывайте. Скидывайте биты. У кого есть биты, скидывайте биты. Ай. Еще один чек. Вот такой бит. Знаешь, такой типа вообще свой бит. О чем должен быть этот трек? Может быть о могиле, может ты мне дать мне ответ. Эй, болен ли пан, эй, мое имя. Я трогаю маме на вы. Йоу. Может, следующий бит? Да, следующий. Тяжелый бит. Это реально грозный, бит. Это тяжелый бит, пиздец. Это, блядь, какое-то свержение власти, знаешь, вот такое жесткое, факелы там, блядь, все. Смотри, вот нам чувак присылал биты еще в прошлый раз, пишет. Пацаны, есть биты у кого-нибудь? Кидайте биты. Тихо. Все будет ровно. Прямо я в чат. Я посмотрю, что сейчас будет. Угар? Это что такое, типа, экспериментально? Брейкбит сейчас какой-то въебёт. Воздух пожирает пыль, мне тяжело дышать. Эй. Воздух пожирает пыль, мне тяжело дышать. Эй. Воздух пожирает пыль, мне тяжело дышать. Я хотел бы как рыба, но... Вода, это чистая прибыль, эй, вода, это чистая прибыль, эй, пули пожирают жизнь, мне тяжело дышать, я хотел бы сделать свой выбор. Вода, это чистая прибыль, асфальт кроет траву, мне тяжело дышать, под натиском транспортных линий, земля, это чистая прибыль, земля, это чистая прибыль, come on, god damn. Мне тяжело дышать, Болин пожирает жизнь, мне тяжело дышать, Гадэм! Гадэм, тяжело дышать. Смотри, как крутится шар. Мы все тут в ППХ. Но я вижу один знак.
Ты думал, что я рэпер SoundCloud? Брат, ты был неправ. Мне так тяжело дышать, но стоит покинуть квадрат. Да, выкинь все мусоропровод. Твоя проблема, я не знаю, в чем она. Ты пишешь мне привет в прямом эфире. Мы просто фристайлим, а что ты хотел, нигер? Просто главное следовать рифме. Главное быть в одном трипе. Главное быть до конца в деле. Нахуй ты мне пишешь про концерты? Эй, мэн, тут следующий день. Так. Пацаны, главное рифму держать. Главное, короче, что в скобках написано демо. Не следите строго. Демо. Сядьте поближе, ну типа все же хотят узнать, что происходит. Все-все читают рэп. Сговор. Так. Смотрим, что за биты. Чарик тихо играет, не кажется ли тихо даже? Чутка, да. Чутка тихо, можно и громче. Итак, биты должны играть громче. Где, блин, все, я не могу ждать, не могу. Все, вы вырубайся, чувак. Еще один эфир? А, дальше биты делать. Вот кто-то делает хорошо биты, типа. Кто-то делает хорошо громко, да? Кто-то делает громко. Эй, кто-то делает громко. Кто-то играет в брока. По итогу, кто-то делает громко, кто-то играет в брока, кто-то делает громко, кто-то громко, делает громко, кто-то играет в брока, кто-то делает громко, кто-то играет в брока. Помяни мое слово, продолжай делать дальше, это моя рэп-основа. Тебе нужен повод, получай повод, пау-пау-пау. У нас тут УЗИ, если что, каждый из нас МС. Кашель, рэперы со стажем так ебашат. Как будто пятница 13. Ай. Левит из себя, как гафу, здесь доход не гад. А на бане пыльно скакать, я на лютом пару. Утром ранним и в жопу спальни прыгает, как спальни. Я возьму на край, позже меня спросит, кем мы стали. Левит из себя, как гафу, лучше дай нам пап. О май гад, стиль, си прицел на кап. Боли гафу, тихо да добав. МС в облаках, возвращай их обратно. Не веди себя как пиво, нам здесь не до их. Не лови обид, здесь такие гибны. Она берет руки мой напильник. Говорит, я мил, чем сыпь по горло. Она знает мой мобиль. Не веди себя как гад, здесь поплотный град. Она может пыльно скал, я на лютом фан. Потом ранен мы от жабы спали. Прыгает как спан, я возьму на край. Позже меня спросят, кем я стал. Ба! Не знаю. Как бодрый, да, был? Да, биток ровный. Это скинули который? Бомба! Бомба, блядь! Бамба! Эй! Вот этот угарный! Твой фанат на телефоне. Отключал бой, посмотрел, что там добрый. Посылал орбитцам, все туда прямо будем. Может, это грубо, нажимал руку, но там нет наружу. Ты говорил, перетурил, ни проблем не будет. Но ты мёртвый, словно уголь, день идёт на убыль. Поезд набирает тот, я кидал уголь. Окей, губы, что же дальше будет? Прошу дубль, дубль, эй! Брошу дубль. Вот как нормально. Что скажешь? Что скажешь? А? Говорит, что ты скажешь? Нам говорят, делай грязь. А чё говорят, нет, ну, Нам говорят, делай грязь. Нам говорят, делай грязь. Да, мы будем делать грязь. Мы будем продолжать делать грязь. В чём тут связь? Да, ты можешь упасть, а можешь встать. Главное, соблюдай рифму во фристе. Я каким хотел, таким и вырос. Похуй то, что кто-то получает прибыль. Да, мои рифмы просты, мне все до пизды. Я делаю много ошибок. Знаешь, мне похуй просто на рэпе, просто мы в дыме. Рядом мой брат, что он сейчас продолжит мой фрисби. Он поймает мой фрисби. Я просто так ее кинул, он ее ловит. Тут много дыма просто... Йо, дальше биты идет.
Дачинский. Чира. Даниил Дачинский, поставщик битов в данный момент. Сейчас мы посмотрим, на что способен этот белый чувак. Белый чувак. Так. Ну, достаточно загромно. Кто-то говорит, что застыли по оду, застыли по оду, расслабь свою голову. Бля, круто, когда так можно, типа, сразу просто вот интерактивчик такой внутри присылают, блядь. Ой, ай, ай, что ты говоришь? Я не пойму, что ли за это трансляцию, или так и есть? Надеваю ее, словно перст, эй. Здесь ей нету места. Йо, так пусть она валит лес. Йо-йо-йо, я кручу свои песни. Эй. Мне с вами не интересно. Я кизар, я могу только пиздеть, камон. Но я вылетаю из покебола, я покемон. Йо, насаживаю этих колец на кол. Йо, я делаю доп, а так я просто рыба-клон. Эй, дэн! Damn. Я вылетаю из покебола, из Узи всех бэм-бэм. Они все упали на пол. Я не знаю, в чем прикол, но я самый лучший покемон. Йоу, я тебя зомбирую, я будто зомби. У тебя дорогие кроссовки, это не сон, блядь. Все ровно, тебе нужно поближе к нам, наш клан. Рата-папам, Вутанг клан. Да ладно, рифмы простые, братишка, дело не в этом. Рядом со мной Миша, он ответит вам куплетом. Смотри, как тут тесточе задумки. Так-то оригиналие достаточно, братан. О чем вы, пацаны, кто там киза... Что за конфликт новый какой-то есть тут? Помороты под такой настрой, а кто-то великий гикар. Дали час, но быть малятом, бачки не данные, нет, но лучше снова поставить, не тот же не выдать крал. Хочу, чтоб ритма была ментально, что ж континентально. Ну чё, так, так, я суп, понятный цеп, нет, не суп, заходим, Маша, чем... Не суп, не суп. Нет, смотрите, два чувака просто соревнуются, я не знаю, что как будет. По количеству битов? Или как? О, это что? У вас так вообще нормально, наконец-то. Я у тебя молдовая снова и снова. Я. А это тема олдовая. Неважно, какая у меня сейчас скорость. Мы продолжаем делать это снова. Называй это уроборос. А, змея глотает хвост. Я хочу сделать это смоук. Серьез, я говорю тебе, тот, который вышел из комнаты. Много ты бесишь меня, поэтому мы оставим это ее на десерт. Я заглочу все это дерьмо в один присест. Йоп, ты чувствуешь этот пресет. Кто-то с этого, возможно, даже немного подсел. И облил йо свои улыбки. Понимаешь, это не шутка. Йо, это не фишка, что выпадает по удаче. Это я ебашу, а ты просто мячик летящий. Йо, мячик летящий в ворота. Я мячик, который летит в ворота. Никто не знал, что я робот.
Я двигаюсь, блять, как угодно. Я двигаюсь, как под треки DMC в 92-м, блять. We am the robot, сука. Целенаправленно фанат хип-хопа. Кто-то хочет что-то сказать мне прямо? Братан, просто следуй басу. Я делаю рэп таким, каким он может быть. Сезон грибов прошел, где грибы? Я бы хотел их схавать, но их тут нет. Расшириться знание, как мне в этой тьме? Ну никак, у меня есть коньяк. What the fuck, мой брат слепил джойнт. Я вообще в умат. Я уже давно в умат. Я не знаю, как делать это так. Пау. Вот это что-то темное. Что-то темное. God damn. Это что-то темное, нихуя. Акции уже сегодня не приели, походу у стены плавятся. Мозги чайник медленно греет, воды начинают резко раздавать. Слов своих колод, время 13 половин, напись под ночь плода. Ап, мой 100% русского слога, как бы, йо, готов лечи принять бой. Хотя стой, мы же друзья, тут дико я побиту словом езда. Этого не запрещать, мы здраво, потом мы все равно. Над его хапа своего кимоно и бой, молодой воин. Бой, кто этого хапа за скором идет? Лес не стоит, я уверен, рифм и дрель. Стройника в голове, твоя коробка по протасу на аллею. Кто-то пилит, кто-то красит, кто-то крутит гелик. Стив, не сердце по биту, как спортивный велик. Эй, как бы себя не обмануть. Как бы, эй, себя не обмануть. Эй, чёрт, ну так не заходит. Так, смотрим дальше. Как лирично, как лирично. Ну что же тут у нас? Ой, ай, уй. Мне немного зажало дверь и хуй. Ну что поделать, я не могу убежать. Мне приходится глупо бежать. Ты. Ну понятно, я понял вашу логику. Но я не похож на додика. Я покидаю ее стены своего, эй, дома. Пистоны свое, зоны комфорта. Тебе то, что я продрал шорты. Слушай, это олдскул. Поэтому так, что я отслаю это туда, откуда это не вернется. Так, смотрим. Это все это музыка. Итак. Да, все. West side, так вижу намного. Типа West side, East side. Это голос из темноты, фига. Ну давай уже бит-то будет. Эй. Не тебе сначала мне, когда ты понимаешь, ну а че? Это такая трансляшка сейчас. Давай, железо заебал, следующий бит включаю. Не дождать, не... Что дальше? Опа. Чувак, у тебя достаточно, ну, типа, скобочек в наших сообщениях с тобой? Достаточно ли скобок? Тут число на 3 сообщения, 18 скобочек, задумайся об этом, чувак. Появилось из ниоткуда, эй, слава богу, не 6-й строки. Можно разговаривать с тобой на ты, слушаю твои биты, йо. Чё? А их из капусты, их принес аист. О чем ты? Мне очень сложно для меня сейчас. Тебе все принес аист. Тебе все так досталось. Ты просто отсталый. Так что просто отстань. Мне тяжело вообще такое воспоминать. Ну я же... Бас похожий на пердеж. И город похожий на сказку. Бас, похоже на пердёж. Эй, стоп, происходит, творожь целый пускай. Ааа, это дорог, чувак. Тут немного сбать, так что ты забать. Эй, что это за бать, мать, нахать. Эй, понимаешь, чё, эй, ну вот это поинтереснее, тут ритмика. Выключить не поднимется моя рука. Эй, это ритмика. С понедельника до вторника. Эй, с понедельника до вторника. Эй, не поднимется рука. Да, я вдыхаю, потом выдыхаю.
Все продолжается дальше по спирали. Все нормально, понедельник или вторник. Продолжаем делать мы на пати и все ровно. Эй, на сухом корме. Понимаешь ли, о чем? Эй, мы едем, ой, быстрый автомобиль. Сэкономим на бензине, мы едем не на одном месте. Это тебе, возможно, неинтересно. Йо, все наши песни вместе. Все наши песни, это типа волки, ты говоришь? Это типа волны, но мы типа волки. Это незнакомо, нам не сколько. Тэм. Все, следующий бит, это невозможно. Хит Лунатик и Куба. Круто, так что все так работает. А сколько тебя смотрят? Ушло. Ну да, у меня тоже 8. Включи свет, да, блядь, нет. Эй, включи свет, но нет. Нахуй тебе свет, чел. Йоу, нахуй свет, свет, чей? Эй. Хотите цвета музыки? Привет, музыло. Это фейсика. Это что было вообще? Это что? Следующий. Ой. Следующий бит. Ой. Ой, мне уже нравится. Мой новый альбом сейчас. Эй. Держи свое лицо, свет из темноты. Свет из темноты, он освещает мои черты. Какого хуя вообще, откуда ты? Мои рифмы настолько простые, что хуй тебя могу я удивить. Эй, мой фри, как самый глупый трек. Делаю рэп, я мог бы сейчас курить крэк. Но я сижу здесь и пью здесь алко. Рядом моим парнями всегда жарко. Главное держать рифму, говорю 5 раз подряд. Рядом мой брат, мы только что покурили косяк. И все было в норме до тех пор, блять, пока ты не стал выглядеть как зомби. А, не мое кино. Рядом мой брат. Полетело НЛО. А вообще о чем? О чем я? Йоу, посмотри на меня, ты видишь только мой зрачок, йоу. Эй. Брат, это мне уж интересно. Он сделал на одном синте, или что происходит? И как это все, а как перебивать? Делаю так. Эй, желанок в первый раз. Эй. Да, вообще легко, блядь. Только ищем, как прямую бочку, пиздец. Сейчас будет прямая бочка, чики-ряки. Камон.
Я она прямая, это прикол. Она вовсе не прямая, она достаточно слышит, бро, она кривая. Она идет в отработ. Ты не понимаешь, что тебе имеет лицо. Ты не знаешь, куда задавать вопрос, потому что тебе пизду. Мы летим по трюму в бочку. Она не прямая, ну а впрочем. Мы летим дальше, йо, без фальши. У нас тут нажигается ай. А я не об этом. Йо, передачи, йо, где? Ой, что это такое? Я вообще ничего не понимаю. Эй, мы... Это передатчик гетто. Это что вообще такое? Эй! Эй, передатчик света. Мы с другой планеты. Я как Мэттетмен и Редман. Эй! Редман. Держи в руки сплив крепко. Йо. Что происходит? Оу, щет, сэгуай. Что это было? Включайте микро. Благой жив. Чего? Это диджи-момент, да? Я правильно понимаю? Диджи-момент. Так, диджи-момент, ну слушай, мы внимательно. Это радио хип-хап. О-о-о-о. Опа-опа-опа-па. Отдыхаем хорошо. Проебали все ловы. Зарабола или еще. О, да, я обожаю это говно. Я обожаю это у меня по коже. Посмотри-ка на мою рожу. Что происходит? Не понятно. Я говорю, эй, не знаю. Выхожу из дома за молоком. У-у-у. Все называют. Эй, выхожу из дома за молоком. Выхожу, в нем нет ничего. Эй, все, что вокруг меня, не по счетам. Делаю так, что нравится ее пацанам. Йо, ты думаешь, я читаю текст, а на самом деле качаю я пресс. Йо, понимаешь, отстанет меня пресс. Понимаешь, ты идешь, и твоя тропа пересекает этот лес. Пересекает этот лес. Эй, не надо ставить на нас крест. Эй, не надо ставить на нас крест. Я все еще здесь. Даже похуй, я немного облез. Йоу, это мой лес. Но не надо ставить на нас крест. Эй, не надо ставить на нас крест. Мне 27, всего лишь 27. Эй, моему брачу уже за 30. Но не надо ставить на нем крест. Эй, ты, манега, должен знать эту тему. Эй, должен знать много этих тем. Эй, мне всего лишь 27. Эй, но не надо ставить на мне крест. Эй, это рагамаффин. Это просто рагамаффин. Я не сочиняю тексты на бумаге. Я все фристайлю. Я все придумываю у себя в уме. А мне всего лишь 27. Эй, на самом деле 27. Эй, но не ставь нигер на нас крест. Эй, не ставь нигер на нас крест. Эй, в чем твоя тема? Ее здесь нет. Нет, эй. Чё происходит, не пойму. Ваш это олдскул, он к чему? Он не тянет, слышит нас ко дну. Мне в принципе по нраву. Эй. Есть тут ещё биты. Если интересуешься ты, какой мы люди тропы, то тогда скажу, чё переключаем или дальше жужжим. Мне встать на нас крест. Ой. Ой, пацаны посылают свои демки. Ну, знаешь, это же как лего. Йо. Мои разборки в стиле прет, мои разборки в стиле рэп. Не отдыхали, слышал, свет нет. Пацаны, мы это же сами знаем. Мы только что тоже, ну, подожди. Подожди, нет, мы-то еще знакомы. Пацаны, мы только что зачитали уже по этот бит. Все хорош. Просто вы инструкции посылаете, я их уже читал. Чего вы посылаете, я не пойму, эй, мне уже это давно ни к чему, эй. Да не, реально, пацаны, давай что-нибудь интересненькое, это все ясно, что, сэмплировали, мне все это понятно. Да, надо как-то удивить, пацаны, реально. Вот это что-то интересное, нет? Ну, знаешь, что это аутро? Это аутро. Это аутро? Чье-то аутро. Во! Во! Это аутро. Во! Увидимся завтра. Эй. Эй. Это аутро. Много, блядь, играет сразу инструмент. Да, ты хуище. Еще плюс капа.
еще плюс капа. Ну, кстати, вот сейчас. Что мне принадлежит, это Бог убеждали. Я веду с собой бесконечный спарринг. Просто на вискале, просто на вышкале. Мели темпи, держишься за спойлер. Эй, гляди, это блядь true story. Скоро поворот, посмотрим, что ты освоил. Чушь, игра баснат. Не мог, не знаешь, нам можешь поспорить. Не знаешь, нам можешь поспорить. Не знаешь, нам можешь поспорить. Эй, чушь. Не знаешь, что можешь поспорить. Не знаешь, что можешь поспорить. Эй, 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 эй. От чего жалеешь разговор. Это не писать твое имя пугливо, но замок. Эй, эй. Около дома, около дома, около дома. Около дома, около дома, около дома, около дома, около дома. Около дома, это подземная луна. Не зашло, если честно. Чего-то как-то не зашло. Чуешь? Бля, бро, вообще мясо, нахуй. Чуешь вообще? Типа диджей Мамен говорит. Я прилетел читать рэп из другой планеты. Межгалактический рэп. Если я ее не сделаю, я могу это ее рассматривать. Понимаешь, я не базука, я черепах, я убиваю право. Бля, поставь на серьез, пожалуйста. Межгалактический рэп. Может, завершим? Кого, блядь, завершим? Поставь на зарядку, пожалуйста. Это чувак Джой Пёр по альбому Quartetti. Райс респектует тут вообще. Да скажи, чё нам твои респекты? Чё нам твои респекты, брат, вообще? Чё там с района наши, пацаны, как они там? Как сами? Райс, ты как вообще? Как сам? Как здоровье, братан? Как сам? Курить бросил. Красавец, какой раз уже бросаешь? Каждый раз уже бросаешь одним касанием, ёп. Да. Осень босая задела меня немного, а боса дождём косая линия. Я, пацаны, лучше обоссыте на меня. Но не бейте, но потом не пейте, ё. Если бьете, то не бейте, хотя бы. Если бьете, то не бейте, короче. Мы все, короче, на респекте. Питерский саунд в одно касание. Который раз сейчас уже бросаешь, это питерский андеграунд. А, ты не знал, Настя. Йо, Димон, заходи, заходите в гости, йо, поиграем в кости. И все будет ровно. Это знаешь, кстати, кто? Это The Chancel и DJ Sean. Они говорят, что все хорошо. Зеленый свет на все. Путь разрешен. Этот вопрос не разглашен. Я этим никто особо не поражен. У меня же там в штанах не корнишон. Понимаешь, о чем на это чистый шок. О, это чистый шок. Я иду по беду пешком. Могу ехать на велосипеде, но это потом. Это не снежный ком. Это как-то реальность. Покидает дома ты маленький гном. Маленький гном. Покидает реальность. Эй, ты маленький гном, ты просто пришел сюда пешком. Знай это дерьмо, ты пришел сюда пешком. Мы бежали спринт, ты пришел сюда пешком. Я принял весь трип, ты вообще ни о чем. На самом деле весь прикол, сука, в том, то, что ты маленький гном, пошел нахуй гандон. Йоу, вся суть в паре строк. Йоу, ты делаешь выдох и делаю вдох. Я не знаю, что будет сейчас, а что потом. Но я знаю, в чем прикол. God damn, my nigga. Мы просто продолжаем делать за выдох и выдох. Просто тут много дыма. Мы чуть не задохнулись. У меня такое ощущение, что я нырнул, блядь, под землю, под воду.
Мы никогда тут не работали. Вообще сиди просто за одним диваном. Я плакочу так, как губ. О, тут реально профи. Ты кто такой? Ты не гоже. Я употребляешь допинг. Ну, на какой же ты расположишься ложь? Это суждение ложное. Если чувак, не пизди, а то понадобится неотложка. Я тут, у меня немного мороз по коже. Блин, мне напипает, где мне взять ягоды горжи, йоу. Где же щеби? Я считаю, этот бит себя отдал, короче, который был. Стопудово этот бит себя отдал, который был. Я в тени, кто-то пердит. Мне не нравится, я на проводе, город не спит. Йо-йо-йо-йо-йо, плескавица заходит как надо. И вся это дерьмо, йо, рифма расклады, йо. Я покидаю ее склады, затарившись как следует. Мне не нужна воды, я могу это делать бесконечно. Йо, не будь же ты таким беспечным, йо. От души бро, ха. От души, бро, от души, что это там на заднем запердёшь. Я не могу понять, что же делать, на самом деле, этот бит реально полный классик. Я как будто иду по пустыне и вижу оазис. Разве не так? Это реально бит мерцает. И мы мерцаем, как бриллианты. Хуй с вами. Передаст Джоник. Этот бит мерцает, блядь. Может, ты передашь Джоник? Передай Джоник, ведь этот бит мерцает. Спокойно вроде тут сидим на хате. Вроде рэпчик-то говно не наломать. Почему же тебя вгоняют в апатию? Я впадаю в апатию. Сейчас сэмпл скутера будет вообще круто. Вообще. Сэмпл скутера, чувак, погода. Музыка из шутера. Тут не шутят, понимаешь, тут утро начинается с того, что...